Игорь Демешко, временно исполняющий полномочия главы городского округа Лобня, ввел практику ежедневного обхода городских территорий. Дома номер 5 и 7 на улице Некрасова построены в начале 80-х годов. Тем не менее, здания в хорошем состоянии и вполне устраивают жителей. Подъезды им содержатся в чистоте, дороги отремонтированы, а на детскую площадку приходят играть даже ребята из соседних дворов. Скачать на качелях, с горки катаюсь. И все же временно исполняющий полномочия главы дает поручение устранить недочеты, которые видит сам. Провести текущий ремонт игровой площадки, отремонтировать козырек над балконом, поправить отмостку, заменить окна подвала. Есть определенные замечания, которые обозначены, присутствовал на обходе у нас начальник дома управления. Поставлены сроки исполнения, будем отслеживать. Сроки даны минимальные, ориентировочно до конца следующей недели, поэтому в конце следующей недели сделаем повторный выезд и проверим исполнение. Еще один адрес – улица Монтажников. Здесь недавно было проведено комплексное благоустройство, но не все работы выполнены качественно. Я беспокоюсь, вот, чтобы мусор у нас вот убрали. Раз. Второй вопрос. Хочу, чтобы вот между вот этим домом и нашим, вот там, где пустики, поставить лавочку. Замечания есть. Не во всех местах сделан бордюрный камень. Работы не завершены в настоящий момент времени. Ну, и по самому содержанию подъездов тоже есть нарекания, вопросы. С представителем управляющей компании мы проговорили. Это будет устранено в течение 2 дней. Кроме того, до 31 сентября во дворе обещают обустроить детскую площадку. Обходы городских территорий Игорь Демешко проводит ежедневно. Помимо общения с жителями, ему важно понимать, какие структурные преобразования нужно сделать в сфере ЖКХ и благоустройства, чтобы все пожелания жителей выполнялись быстро и качественно. Наталья Приловская, Сергей Мельников, Алексей Орлов, Денис Рокин и Михаил Жуков. Телекомпания «Лобня».